В рамках акции «Мы вместе» активисты ОНФ в Калмыкии передали новой республиканской детской поликлинике имени Манджиевой более 7 тысяч средств индивидуальной защиты. Как считают общественники, маски, перчатки, жидкие антисептические средства – это те предметы, которые необходимы медикам в период борьбы с коронавирусной инфекцией. В региональном штабе сообщили, все СИЗы закуплены за счет пожертвований от различных организаций и неравнодушных граждан, переданных в фонд акции «Мы вместе». Стоит отметить, благотворительную помощь медучреждениям республики ОНФ оказывают уже не в первый раз. На сегодняшний день в республике непростая ситуация с коронавирусом. Идет третья волна. И в преддверии открытия нами подарено 5000 масок, 2000 перчаток и более 300 дезрастворов. Это наша скромная лепта, которую мы продолжаем, эту работу, уже на протяжении 2 лет. Это наша не первая акция. И надеюсь, что это не последнее. Будем продолжать помогать нашим врачам.